Домоджоба, Ира. Домоджоба. С праздником, дорогие наши, да, с Рождеством. В Грузии сегодня выходной. Да, вообще, да, да, да. Да, и мы стоим перед храмом имени святого царя Гаргасали, Вахтанга Гаргасали. Это великий основоположник Грузии 5 века где-то. Вот то, что мы про него читали. Да, да. Вот. Сегодня здесь служба, скорее всего, проходит. Конечно. Сейчас мы зайдем, посмотрим, да. Обязательно. Да, вам расскажем. Да. Мы, честно говоря, здесь первый раз. Это необычный такой храм. Смотрите, как. Такой маленький, да. Он прям во дворе. Во дворе вокруг дома. Да. Такие современные. Храм. Как бы вот вход. Кстати, это грузинский крест. Видите, вот такой это крест. Мы уже не раз встречали его на дверях. Ну да, да, да. Ну как тебе, Ир? Ну так интересно. Нельзя так говорить. Но так красиво. Да, вы знаете, мы в храмах обычно не снимаем. Это что-то особое, сакральное. Хотелось, да. Очень так мирно, умиротворяюще, хорошо. Да, да, да. Зашли, свечку поставили. Хорошо. Да. Ну что ж, с праздником вас еще раз, дорогие наши. Да. Вот, и оставайтесь с нами. Да. Да. Напомнитесь.